власти лепят снеговиков, а коммунальщики уже начинают бороться с последствиями непогоды. Насколько успешно, узнаем у одесситов. Коммунальные службы как сегодня работают? А они что, есть? Должны быть? Не видно. Вы их видите? Я их тоже не вижу. Это, как обычно, как в каждом году, неожиданность полная. Три машины сегодня уже увидел. Думаю, что стараются. Вообще никого не видно. Никого. По дороге ехали, за Болотного, ни одной машины, которая чистит дорогу, не видели вообще. Водители сами расчищают дорогу, либо это все-таки делают коммунальные службы? Ну, конечно, коммунальные службы ездят. Но их просто сегодня не видно. Видите? Отлично. Очень хорошо расчищает дороги. Не может даже с места нормально поехать. Вообще не почищено. Не почищено. Но сегодня машины видел. Сегодня машины видел, чистили, но им тяжело, наверное, из-за пробок. Как должны были работать сегодня коммунальные службы? Как всегда. Как? Так, как они должны работать. Убирать снег, дорожки? Нет, снеговики делать, играться в снежки. Не видели никого еще, чтобы убирать? Нет, на поселок Товского так утром одна машина была и все. Маршрутки ездят, но не останавливается ни одна, и пустые едут. Ой-ой-ой, осторожно. Лед там внизу, под снегом. Ой, здесь тоже. Фига себе. Должны коммунальные службы убирать его? Коммунальные службы снег? Ну, естественно, мы же за это им платим. А как они сегодня работают? Честно, не знаю. Не видел, не обращал внимания. Ну, но сегодня по пробкам не очень хорошо. Года супер, но хотелось бы, чтобы это чистилось своевременно. Мнение одесситов узнавали Юлия Долгонюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.